летит. Ну, они довольно спокойны и редко это делают. Смотрит, смотрит на нас, на всех подходящих. На декоративных веточках сидели. Такой богомольчик. Такой богомольчик. Какой богомольчик? Кришна. Они поменьше, конечно, но они приятные. Такой богомольчик. По-моему, все кого-то есть. Здоровенные, Этот у нас ищет веточку. А этот уже нашел свое место. Нет, сейчас мы они его стоят. Это тебе что-то не беспокоит. Олимпийское спокойствие. Слушай, да, но это, конечно, не куча совершенно разных животных. Это фрин из бутоногий паук. Пауки, тарантулы, птицееды, фрины, тараканы, различные жучки, кипсички, скорпиончики. Нет, это не я. Там лишь по куче вещества. И рядом аграммы, хамелеоны, также фрины. Тебе что-то если надо, лучше забирать сейчас, пока есть. Угу. Короче, из бананов вот эти, вот, вот. Где-то был еще покрупнее чувачок, вот. Маленькие. Можете название? Скалопендры. Так, откуда? Самые разные. Самого разного размера. Это производитель. Пока еще нет. Но будет смотреть, да? А там скорпиончик на съедение, да? Да. Он дефективный. Прекрасно понимаю, что хищники друг с другом не ладят разного вида. А скалопендры и сами с собой не ладят. Да. Могу руки дать. Эта особь не кусается. Да, она еще маленькая, легенькая, да? Ну, взрослые давно уже. Взрослые? Они растут просто всю жизнь. 8 сантиметров, они взрослые. Ну все, не будем ее дальше пускать. Спасибо. Скорпиончики, паучки, беконы. А это вот чистый пол. Если не найдем другого, то мы вам получим. У нас вот есть группа, можете туда писать, как бы, если вдруг там в буквальном классе, что у нас самцы и самки. Yeah.